Давай, ловись, рыбка. Ну, где все рыбы? Я не понимаю, что произошло, а? Куда вы все делись? Вроде бы ты червяк хорош, но что-то пошло не так. Ладно, хорошо, давай, ловись, рыбка, ловись. Ну, а, за глаз зацепилась, елки-палки, блин, я больше не буду рыбачить. Всем приветики, ребята, меня зовут Винка, и сегодня такое что-то непонятное произошло. Короче, я ловила рыбу, а рыбы здесь вообще нигде нету. Я не понимаю, кто-то, возможно, их вылавливает, это очень сильно плохо. И я придумала очень интересную идею, а почему бы мне не построить самый огромный аквариум, да, с разными рыбками, и все жители будут ходить и смотреть на них и облизываться, потому что рыбачить там нельзя будет. Да, я искусственно сделаю свою маленькую такую рыбалочку, только я одна могу там закидывать удочку и винчи. Если тебе эта идейка очень сильно понравилась, тогда напиши в комментарии. А, кстати, чуть не забыла. Не забудь подписаться, поставить лайк и написать мне приятный комментарий. Вы же знаете, я обожаю комментарии очень сильно. Ну все, ребята, давайте-ка, готовим чаек-кофеек, и мы с вами погнали! Вот, ребята, как вы видите, мне уже жители подогнали некоторый сундук. И давайте-ка посмотрим, что же в нем находится такого очень сильно интересного и ценного. Оу, интересно! У меня как раз здесь есть 4 аж стака стекла. Это прекрасно, очень. Морская трава 20 штук, морской огурец 10. Ну и так дальше я не буду перечислять, потому что зачем трындеть? Давайте-ка приступим быстренько уже. Мы как раз возьмем в первую очередь стекло, но нам, конечно же, песок понадобится. Так, вот здесь вот так взяли, я предлагаю, наверное, все-таки вот здесь как-то будем строить, выкручиваться, а почему бы и нет? Как раз будет огромный аквариум, это нам на руку, да, ну ничего страшного, если трошечки как-то не подошло по размеру. Мы это быстренько убираем, вот я, блин, забыла, как это, блин, возможно было? Я забыла как раз лопату, кошмар, принесите мне кто-то лопату. Кому я сдалась, да? Спасибо, ребята. Вы мне всегда помогаете во всем. И, ну, вообще, вы прекрасное чудо. Блин, не так стекло ставлю. Что же это такое? Отойди, не мешай, житель. Задолбал, блин, бегает. Ты посмотри на него. Елки-палки, вот так мы как раз быстренько ставим. Я не знаю, сколько будет. Да уйдите, пожалуйста, отсюда, не мешайте мне. Есть, мы это выстрелили. Ай! А! Ты, козел, меня плюешься? Фу! Фу! На, получи, приятно, а? Угомони своего ослика, он какой-то дурачок у тебя. Так, быстренько, быстренько, быстренько еще. Я думаю, как раз разок вот так подниму. И думаю, как раз довольно. Да, мне немножко здесь трошечки мешает это, но ничего страшного, думаю. У нас как раз много очень сильно стекол. Это нам как раз на руку, потому что я, как обычно, могу лохануться. Ну, вы сами прекрасно знаете, что я тупенькая, да? Так, вот здесь, наверное, вот так вот так. О, господи, главное не упасть и не умереть, потому что это будет просто фиаско какое-то. Ладно, хорошо. А, блин, как обычно. Сколько я уже стекол просто так в сраку выкинула? Посмотри, елки-палки, это из-за того, что я сейчас пишу. Так, быстренько заставляем вот здесь и вот здесь. Как раз, я думаю, вот так получится. Давай, ставься, елки-палки. Кнопочка быстренько распалась, это хорошо. Есть, у нас, в принципе, аквариум готов. Ну, это еще не все, ребята. Давайте-ка посмотрим, что у нас там еще осталось. Так, это мы убираем, это нам пока что не понадобится. Мы можем взять как раз плитку из темного дуба. Это как раз супер. Так, давайте-ка что-то еще интересненькое возьмем. Наверное, морской огурец, бамбук. Да, я сейчас вам покажу, зачем мне нужен бамбук. И голубую флаг. Да, голубой флаг, это прекрасно. Давайте-ка вот сюда подцепим и сюда подцепим. Это чтобы у нас как раз аквариум выделялся прекрасным просто видом. Да, блин, мне не хватило. Ну как обычно, жители, это вы во всем виноваты. Капец. Ладно, ну ничего страшного. Ставим как раз бамбук, растем вот так. И вот здесь, я думаю, парочку хватит. Вот так и вот так. Давай, давай, быстрее. О, нет, 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 я не хотела траву вырасти. Что же это такое происходит, а? Все, муки нету, какой кошмар. Блин, как обычно. Странник, уйди уже отсюда, задолбал. Постоянно бегать мешает. Это все из-за него. Это все он виноват, а не я. Так, уберите, пожалуйста, семена.
задолбали. Проскидали. Что меня все сегодня так раздражает? Я не понимаю. Давайте-ка сейчас проберемся наверх и как раз типа как сделаем крышку. Да, это для того, чтобы жители никак не могли забраться и не рыбачили мою рыбу. Потому что я их просто прибью. А вы знаете, они любят нарушать законы. Давайте-ка вот здесь закруглим вот так. Я знаю, что у меня криво. У меня всегда как не у людей, правда. Так что привыкайте, ребята. Вот сюда. И давайте-ка, наверное, еще один такой слой будет вот сюда. Это будет прекрасно. Это супер. Это красиво очень сильно. И как обычно, ты здесь лишний. Ладно, хорошо. А, кстати, а морской огуречек? О, да, я могу его сейчас поставить. Блин, оно мне немножко мешает. Ладно, давайте-ка вот так сделаем, приберем немножко, вот так. Кстати, ребята, напишите в комментариях, если вы знали, что морской огуречек освещает в одиночку, то вы красавчик. Черная кошка! Черная кошка! Иди сюда! Иди сюда! Кусок шерсти! Иди сюда! Ты посмотри, убежал. Ну какой-то вообще, блин, непонятный кот. Ну, дурной, но ничего страшного, бывает. Что там у нас еще? Следующее находится в сундучке. Давайте-ка посмотрим. Ага, ага, 20 штук морской травы и 20 штук ламинарии. Хм, интересно, интересно. У меня здесь много очень сильно рыбок. Давайте-ка вот это обратно кинем. Так, у нас есть. Давайте-ка возьмем. И я думаю, как раз можно будет воду взять. Фух. Вы посмотрите, что они делают. Блин, я же предупреждала не залазить. Уйди, ты посмотри. Ай, ты еще толкается. Ха-ха-ха, я тебя выкинула. Так, давайте-ка залазим. Залазим внутрь. И нет, ламинарию я пока что... Ой, господи, я говорю. Ламинарию, морскую траву я пока что не поставлю. Ламинарию тоже. Это нужна нам вода. И как раз вот водичка потекла. Ну ладно, хорошо, давайте-ка рыбку запустим. Еще одну и еще одну. Вау, как же вас здесь очень сильно много. А я не могу, представляете? А, могу. Могу взять воду, обратно налить. Супер. Это у нас получилось почти как бесконечная вода. Супер. Но я почему-то не могу взять. Ого, ничего себе, лосось уже вырос. Класс, вот это бы на сковородочку. Да ладно, ребята, я шучу, Вы что, мышу так не понимаете? Так, давайте-ка, ага. Ну, теперь давайте попытаемся хоть как-то выбраться и теперь как-то пробраться еще раз. Да, блин, вы что, дурачки, куда вы все лезете? Я не понимаю. Ты посмотри на них, что? Голем, разберись с ними. Ага, это ты их привез. Понятно, понятно. Это все из-за тебя. Посмотри, уходит. Я в шоке просто. Я не знаю, что мне теперь делать, потому что там жители купаются, отдыхают себе, понимаете? И речки просто очень сильно мало им. Капец. Всю мою рыбу сейчас сожрут. Блин, какой ужас. Давайте-ка быстренько все делать, потому что вот посмотрите. Ну откуда вы лезете? Блин, ну зачем? Скажите мне, пожалуйста. Уйди. Мешает, блин. Слушайте, а где колокольчик? Я сейчас, наверное, нажму на колокольчик, и я не пойду спать. О. Давай, самоубийство. О, класс, молодец. А ну, давайте, ребята, прием. Вау, классно. Давайте еще прием. Ты куда идешь? Ты куда идешь? А, иди спать. Достали меня уже все, елки-палки. Давай, залазь, блин. Давайте-ка еще рыбку запустим. И еще одну рыбку запустим. И еще. 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 Ой, еще. Главное, чтобы самой сейчас не утонуть. Так, ну, давай-ка воду возьмем. Вот так накроем. Я не понимаю, а почему я воду не могу брать? А, вроде-то уже могу. Давай, давай, давай. Где я еще могу воду взять? Ну, блин, мне очень сильно тяжело, если честно, пробраться, потому что это какой-то кошмар. Ладно, рыбки, купаемся. Вот, 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 вам как раз покушать, чтобы я к вам не залазила. Вау! Как обалденно! Ребята, мне безумно очень сильно нравится. Ребята, вы только посмотрите, как же это очень сильно красиво. Нет, голем, не ты, отойди. Вот, красиво, очень сильно, вообще прелесть. Ребята, я безумно довольна, потому что у меня все-таки это получилось. Я построила самый-самый-самый огромный гигантский аквариум с рыбками, да. Какие мы все пусть хорошие, вы посмотрите, вообще прелесть. Блин, мне нравится очень сильно. Ну что, ребята, вот как раз видеоролик у нас подошел к концу. Если тебе очень сильно понравилось, не забывай ставить лайк, подписываться и, пожалуйста, комментарий. Комментарий! Я обожаю комментарии, да. Да, ребята, комментарий. Ну все, наверное, буду уже уходить.
Не знаю, может, кушать приготовлю или что. Потому что что-то бурчит у животик. Ну, я бы с удовольствием бы сходила бы на рыбалочку, так как я уже всю рыбу выняла из реки. Все, вот мои как раз красавчики плавают. Кстати, я крышку закрыла, чтобы жители туда не залазили. До новых встреч! Пока!